24 марта. Мыша, кошка мыша поела. Все коты разбежались. Мыша ждет вкусняшек. Видно уцелевшие галантусы, которые стали немахровыми. Куда-то я пересадила другие и потеряла. А вот и рантисы, которые во множественном числе полезли. И еще и рантисы. Тут уже тень. Они закрываются. А в парнике весна на 2 недели раньше. Уже такие большие тюльпаны. Иридодиктиум. Вчера был один только цветочек, а сегодня он уже 3 распустилось и 2 распускаются. Вот они красавчики. И под виноградом хохлаточка. Наверное, плотная. Такая в парнике печёночница.